Окей, listen up, make a circle. Переводи на русский. Можно не садиться на жопу, как будто у тебя пикник, сержант. Спасибо. Каждый день пикник. Окей. So, some British columns and towers forces from 101st in the shit. We need to help them. We need to find these guys and help them. 101st we need to send to the midpoint, and British we need to send over here. So, you have two radio operators, so you can go by different ways. I, Sergeant, did you make a radios? You're on contact with each other. No, yes, radist, we're on contact. Окей, отлично. Я Юджин. Вот хэв виду. А мы идем сзади, поддерживаем зеленых. Стоп, группа просто с винтовками. Что наша задача их прикрывать. Ну все, Райан, ты не души. Я бы на его месте не был таким рвущимся. Распределяемся, ложимся спереди снайпер. Юго-восток. А, так. Кортл, слышишь? Кортл. Я тут. Там кто из зеленых еще помер? Тут? Сейчас посмотрю. Прошу, Кортл. Радист, красная группа на связи. На связи прям. С тобой кто-нибудь сейчас есть? Я прямо напротив тебя прием. Вы в метре от него. Райан, без 100 арчера пока не для один, то все по-английски говорим. Вы въебали прием. И мы так в реальности, да? Зачем связываться по рации в метре друг от друга? Эй, все, хватит, все, выдвигаемся. Бери своих зеленых. Окей, тихо, все, спокойно. Green squad follow, Райан. Так, давай. Let's be careful here, enemy territory. Watch buildings, watch windows, watch everything. What is showing and looking like a fucking crowd? Максимус, вот тут нам стоит остановиться, на самом деле. Я просмотрю, что там. Давай, мы тогда встанем чуть вперед. Hold on. Он уже его кикает. Так, у меня есть план. Перелезаем забор. Красная группа за ним! Капрал Райан за мной! Green group follow me! Зеленая группа за мной! Чуваки, погнали, ща пойдем. Поглядывайте за зданием спереди. Там кто-то бегал, прием. Наши, это наши. Пошли, присоединяемся к ним. Бегом. Только поглядывайте. Это немец стреляет. Очень немецкое оружие, вот прям звук. В этом здании. Прямо сзади нас, прям. Кидаю гранату. Ложитесь. Все легли. Блин, капец. Это было очень неосторожно. А, зеленая группа, прям. Стой. Вообще, нет, не переворачивайся. Медик с вами, прием. Просто стой, просто так, стой. А, у нас есть раненые, прием. Сейчас отправлю к вам медика. Скажите свои координаты. Не двигайся, не поворачивайся даже. Я уточню эти данные. Прием. Не, я перебинтую. Окей. Перебинтую. У него тоже нету бинтов. Есть. Оставьте, я уже перевязываю. Следите пока, Красная группа на связь, прием. В какой стороне? На связи, прием. Какой именно перекресток вы можете поставить на него метку? Никак нет, но... В центре этого перекрестка есть огромная большая воронка от снаряда, прием. Это мало информации, что у вас найти, ладно. Арчер, ты тут? Арчер? Арчер, ага,
На подходе к этому перекрестку идет. Вот просто назад. Идут два немецких броневика, прием. Тут будем, не уходим никуда. Ладно, это уже больше. Прием. Никсон! 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 Блин. Короче, я не знаю, где они, но я обозначил нашу позицию. Я Арчера отправил. Он должен их найти. Они по-любому где-то идут вот по той дороге сзади. Зеленая группа, прием. Уже нашел одного. Зеленая группа, прием, как слышно. Возьмите бинты с немцами. На связи. А, мы отправили на поиски Джон, вашей группы человека. Есть. Арчер идет к вам, прием. Вот тут еще трупы. Приняли, если встретим, то... Подравняйтесь друг с другом, левая колонна, подойдите сюда. 2 метра, 2 метра, 2 метра, Никсон. В моей команде продолжайте движение, парни. Ждать сигнала. Так, у медика нет. Сержант, у меня хреновое предчувствие, если честно. Может, мы свернем там вон справа там поворот есть? Потихонечку. Вы, товарищ лейтенант. Здесь нету других путей, мать вашу. Это самая дерьмовая ситуация. Ладно. Все мосты заблокированы, как ты видишь. Мы не см... А если ты готов переплывать его на пламенный берег, который сейчас весь в огне, то, мать вашу, сержант, ты отбитый. Слышь, что, лейтенант? Да. У нас тут половины хромы. Нам нужен мир. Мы двигаемся дальше. Капрал, сержант, двигайтесь пешком. Ctrl-C нажми. И двигайся. Слышишь? А Райан? Мне медик нужен. Нету медика, он ливнул. Все. Райан, сержант, продвигайтесь. Тогда мы не так. Мы первое сердце. Давай, мы давай, 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 давай. Двигаемся. Пошли, 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 фоломи, фоломи, фоломи. Двигайте за Евгеном, двигайте. Двигайте. Если думаю, мы сейчас одним большим стадом попрем сюда, ничего хорошего не произойдет. Где они? Жди тут. Камон, 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 камон. Перебегаем улицу. Оп, давай, давай, давай. Мы лист убиваем. Давай, 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 давай. Ого. Все перебежали. Мы монстры. Как мы это сделали? Пать, это было жестко. Тихо. Так. Куда граната? Идите на нормал. И лизаем. А, да, блин, легко вам сказать. Я не могу вообще-то. Ты не можешь перелезть? Да. Обойди, обойди там с левой стороны. Пойди, да, тут ты можно. Через двигаемся. Короче, давай сейчас. Осторожно. А, вижу немцев, прием. Эй, стреляет. Свободный огонь. Убил. Отлично. А, еще немцы. Дайте на первом этаже. Не торопимся, не рискуем. Одного. Еще минус один. Снайпер какой-то, осторожно, в Эстре там как. Трёк. Где-то на юго-востоке. Давайте дальше. Вест, 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 пошли. Вест, снайпер вест, на юго-востоке где-то. Ой-ой-ой-ой, какие трассеры. Это по мне. О-о-о. Юджин, Юджин. Назад, 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 назад. Не ходи, не ходи. Блядь. Очко. Блин. У него есть пульс, посмотри. Можешь? Да ладно, не рискуй, не рискуй, не рискуй. Черт. Попали. Тебе какой-нибудь минометный обстрел вызвать. Да что за дерьмо, блядь, происходит?
Я, короче... Слушайте, дайте я у Максима спрошу, а мы имеем право на миномет на обстрел? А, он только сидел. Так точно. Sorry, I understand. Okay, let's go. Ah, okay. I understand little Russian. Ah, okay. Let's go, Makar. Кто со мной остался? Я тут. Блять, в них откуда стреляют, но я не вижу. Если можешь, попробуй открыть. А какой-нибудь из дверей. Я все наши двери проверил. Нет, в смысле. Mm-hmm. В смысле, mm-hmm. смотри, смотри на улицу, откуда стреляют. Откуда-то прям под нами, блядь. Подожди, у меня есть соображение. Пошли со мной. Держи оружие наготове, сейчас будет пиздец, возможно. Тут! Блять, возможно, криминал. Ты слышал это говно? Вот он, вот он, вот он. Ты слышал это говно? Да, да, да. Ты, сука, говно, блядь. Вот поэтому нужно говорить. А, я вижу. Боже, блядь, ты делаешь. Не трогай, не трогай. Он не берется. Не трогай. Да, сейчас заряд, выстрелим, посмотрим, где он упадет и дальше. Элевацию, говорите. 70, ты выставил? Сколько? 50-70 ты выставил? Сейчас выставляю. Поздравляю, Майлз, мини-квест выполнен. Вы получили 10 монет. Они вам в будущем никак не пригодятся, потому что это не РПГ, а война. Так скажешь. Лечитесь к сержанту. Я думал, тебя подстрелить немцами. Сейчас, скорее всего, после каждого выстрела выставляется. Не пальнули из миномета, они сзади дома, немного ближе к тому руинчику. Окей, вы выйдете по заморке. Так, как еще раз? Что им сказать? Не выстрелили. Скажи, пусть пальнут два осколочно-фугасных по центру плазы. Понял. Где вот эти деревья, ну... You tell me something. I told that you did very great job with two guys in the middle. So I have a question. What means pacan? Сержант Юджин передает, что нам необходимо два выстрела осколочно-фугасными по центру плазы. Так, господи, это какое... Сколько градусов? Какая элевация? Градусов? А тебе, в смысле, азимут нужен? Да, типа. 63, 64. Вот сейчас 63 стоит, вот у меня сейчас 63 стоит. Центр берем плазы. Бери 68, 68, 50 стоит. Я обратно возвращаюсь. В смысле, это элевация, что ли? Да, а градус? Street style of the war. Окей. Like teenagers use it. Not also teenagers, it's like... У нас на топографии не так сложно, как они там хуйню творят. Короче, то здание, в которое вы забежали, за ним нас убили с Амаром. А. Okay, like Makarov, if you want, we have the sniper qualification. Really? It's like not the marksman, but it's sniper. Like marksman is the gun with semi-automatic. Справа. Справа в доме. Вспышка была. In real life I shoot Dragoon for times maybe. Ah, okay, it means you marksman. Yeah. 120. Okay, Azimov 120, enemy with carabine. Если видишь, ты опоток, точнее, открывайте огонь из здания. It's from the building. Труп, труп, он труп. Окей, he's dead. Let's move out. На втором этаже. Окей. Okay. It's a machine gear or it's machine pistol. It's something automatic. Yeah, it's from the second floor of the building on... The south, the building on the south, second okay. floor. I think the fire coming from the second floor. The right part of the надо building. А ты уверен, что с юга? Мне... По-моему, с западней, типа на 200 где-то. Okay, yes, it's from 200, from 200. It's not from the It's a yellow building. Yes, yellow building, the one with the light. Okay. But because of trees, I can see... Oh, блядь.
я свалился сквозь. You can get closer and try to throw grenade. If you can, Makarov, we can cover you. Да, я так и думал, типа разделиться. Okay. Мы. Окей, окей, Макаров, I will go. А, кто с ним пойдет? Я могу. Окей, Макаров, go with the radio man. Окей, okay, make okay, fire. Come on, let's cover. Go. I will cover you. I hear Makarov. Holy now. Okay, I will run towards the white building. Cover. Okay. Cover me. Do you got any morphine? Makarov. Yes, sir. What? Do you got any morphine? Any more? Yeah, I can heal. I have any more what? Any morphine. I can heal you. It's like painkiller. Painkiller, yes. I will inject it in a second. Say something. What? Okay. Need to make you louder. Say something now. I'm on whisper. So. Yes, I know, but it's not what I mean. Okay, I will heal you. Прямо за этим, прямо за этим зданием на 140 справа в угла этого здания сразу как видишь там будет противник. А у меня есть идея. Я могу залезть в это здание и попробовать его снять. Я с левой стороны. Это ты, Вест. Потом дай мне через эйс пули. Там этот interaction или как-то так. Там есть типа пули передать сбой. Я никого не вижу. Не знаю. Ну там как-то можно, я точно. Встаю. Там что-то PS Magazine как-то так. Чего? Давай мне штучки 4. Хватит. Кто стреляет? Не знаю, но это не звучит как немецкое оружие. Еще одну. Две. Последнюю. Окей. We have more Germans. Окей, wait. Potter is giving me magazines. Окей. Enough, Potter. Че, возвращаемся или? Немец. Лес. Нет. Немец. А где Вест? Окей. Let's slowly advance. Follow me. А вот и Вест, кажется. Окей, check the building on the left somewhere. General. Окей. Тебе. Хуя, ты что, гранату кинул? Серьезно? Я убил пулеметчика, блять, он прямо в этом здании был. Кто еще жив? Видимо, только я один остался, их двоих порешили. Ты как? Я даже не ранен. Сука, я такую разборку тут устроил. А, пока.